Всем привет, любители моего канала «Все о политике 888». Хотел бы сегодня вам предоставить такое прикольное видео. Ну, как сказать прикольное, оно больше будет полезное, потому как рылся я в интернете. Вот у меня имеется такой нетбук, и в один прекрасный день он перестал включаться. Отвозил его специалистам, сказали, там какую-то плату надо поменять, что-то там еще, в общем, надо посмотреть. Диагностика стоит в районе там 800 тысяч рублей. В общем, я развернулся и ушел. Ну и помог, как обычно, мне соцсети и так далее. Там в соцсетях людей очень много различных, умных. Вот, и мне подсказали одну такую фишку. Итак, вот, возможно, у кого-то это есть. Кто, по крайней мере, ищет это видео, оно ему явно должно быть полезным. Подключаем вот к сети. Видим, загорается красный индикатор. Точнее, зеленый. Вот. Открываем ноутбук. Начинаем его включать. Ну, у кого как включается, не знаю. Ну, у меня не на панели включается. Включается вот здесь, если вдруг. Вот. Видим, что ничего не происходит. И, кстати, кнопка заедает и не откидывается. Ох, облазил я много сайтов, много различных мессенджеров. Никто толком ничего не мог подсказать. И только один единственный человечек там подсказал, что для этого нужно. У кого принцип приблизительно такой. То есть индикатор горит, ноутбук не включается. Что мы делаем? Мы отколупливаем вот эту кнопочку. Она тут, не волнуйтесь, не сломается. Она тут как бы на заклепках идет. Отколупливаем вот эту кнопочку. Достаем. Там на камере, не знаю, видно, нет. Видите, есть переключатель, вон тумблерок, вот он. Если мы его вот там, допустим, возьмем даже отверточкой. И вот так сделаем. И посмотрим, что происходит. И убираем. Смотрим. Ноутбук заработал. И начинает грузиться. То есть, кому вот эта фишка понравилась, обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал. Как видите, ноутбук заработал, загорелся. Просто многие несут вот те же мастера, также могут в первую очередь проверить вот это вот. Потому что тут, в чем фишка вот этой, тут видите, вот сломалась вот эта штучка. Ее можно, кстати, на суперклей приклеить, вставить и, пожалуйста, нормально пользуйтесь. Ну а для того, чтобы вот так все было, все, подписываемся на канал, жду комментарии, лайков.